Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике характеризуется выявленными на территории Республики 120 случаями новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в городе Якутске у нас выявлено 38 случаев. Я приношу извинения. В Мирнинском районе 23 случая, в Алданском районе 17, в Меренгринском 11, в Мегино-Кангаласском 6. Говоря о случаях, выявленных непосредственно в Мирнинском, Алданском и Нерюнгринских районах, необходимо, значит, прежде всего оперативным штабам и усилить работу, направленную на контроль за несоблюдением граждан непосредственно тех ограничений, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия, и на необходимость в обязательном порядке, так же как и по всей республике, при признаках острых респираторных вирусных заболеваний в обязательном порядке вызывать врачей и не заниматься самолечением. В целом в 9 районах республики также зарегистрировано от 1 до 4 случаев. Лаборатории федеральные и республиканские продолжают выявлять непосредственно и продолжают проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. За сутки проведено 1782 исследования. Всего с началом пандемии в республике проведено 912-185 тестов на новую коронавирусную инфекцию. В полном масштабно по республике идет, значит, ситуация, ну, идет вакцинирование населения. И, как вы знаете, вчера глава республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев получил вакцину. Ему, безусловно, это является своего рода, в том числе и такого вот примером для того, чтобы также у нас непосредственно граждане приходили более активно на вакцинацию. В целом, первую вакцину у нас на территории республики получила. Вообще, первая партия вакцины, которая к нам поступила, она непосредственно, значит, вы знаете, составляет порядка 30 тысяч. На настоящий момент у нас за сутки вакцину получила 2398 человек. Сегодня я бы хотела обратить внимание на наших граждан пожилых и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. Сегодня для вас достаточно важным пройти именно вакцинирование. Это вакцинирование даст возможность как можно легче перенести достаточно сложный период с возможными последствиями, связанными с коронавирусной инфекцией. Поэтому мы приглашаем во все наши, значит, учреждения здравоохранения лиц как пожилого возраста, так и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. На настоящий момент запись будет проведена, и, соответственно, вакцинация открыта в том числе и для вас. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, для нас сейчас самым важным является именно принятие вакцины. Это даст возможность снизить последствия и смягчить ту ситуацию, в которой мы прожили 2020 год. Всем здоровья!